Визитная карточка команды КВН – лица уральской национальности. Челябинск. Ранним мартовским утром на пульт звукооператора «Амиг» поступил тревожный сигнал. В Москву вновь приезжает юмористическая группировка из Челябинска. Цель – установить тотальный контроль над столичным юмором. Но давайте познакомимся поближе. Главарь группировки Антон Морозенко. Образован, обладает энциклопедическими знаниями, знает 7 иностранных женщин. Евгений Соболев. Коварен. С помощью 200 граммов абсента меняет свою внешность до неузнаваемости. Стас Ярушин. Легко входит в доверие к девушкам, женщинам, бабушкам. И что особенно пугает, к бабушкам. Оставалось выяснить только одно, почему заказу работает эта группировка. Ответ последовал незамедлительно. По заказу Первого канала. Добрый вечер, дорогие друзья! Да, «Луна» уже третий сезон высшей лиги, и, естественно, произошли некоторые изменения. Вижу в глазах немой вопрос ко мне. Отвечаю. Борода мне не мешает. Борода мне не мешает, потому что у него своя работа, у меня своя. Работаем! Совсем недавно отшумели страсти зимней Олимпиады, но спорт прочно вошел в жизнь простых челябинцев. Ой, опять, а! До кровати-то доползешь? Ну давай, еще немножко осталось, ну! Ну давай, 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 давай. А сейчас давайте вспомним нашу олимпийскую надежду, спортсмена-саночника из Челябинска. Что такое, Антошенька? Потерпи, не после старта налью, Антоша, после старта налью тебе, Антоха! Случай на Первом канале. Ну что ж, спасибо. Мы обязательно передадим этот костюм в музей «Поле чудес». Вращать, брат. Обычная челябинская поликлиника, прием у врача. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, проходите, раздевайтесь. Ага. Разделись. Да. Одевайтесь. Ага. Доктор, а? Все нормально, слух в порядке у вас. Что, 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 что? А, что, что? Тихо, 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 тихо. Ну а что, ну у вас все правильно. Нож в правой руке, вилка в левой. Ну все, конечно, все, давай, давай. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, что у вас? Палец. Проходите, раздевайтесь. Подождите, доктор, но у меня палец болит. Ну, у меня уже женщины полгода не было, и что, теперь раздевайтесь, доктор. Вы понимаете, я как-то стесняюсь. А не надо стесняться доктора. Ну, бог с вами, хорошо. Брючки можете оставить, а верх снимите. Я готова. Секундочку. Входите. Раньше много пил, курил, употреблял наркотики. От меня ушла жена, меня уволили с работы. Но потом я встретил доктора Майорова. Вообще здесь, в раю, очень много интересных людей. Пушкин там, Черчилль и все остальное. Ребята, такой праздник. КВНу 45 лет. Давайте в честь этого сделаем жюри какой-нибудь подарок. Какой? Ну давайте выдадим Анджелину Джоли за Леонида Ермольника. А давайте не будем выдавать желаемое за действительное. Здравствуйте. Служба доставки интим-салона. Кто из вас сделал спецзаказ? Так у вас же доставка конфиденциальная. Понял. Thank you.
Но сейчас, внимание, сенсация. Впервые на этой сцене миниатюра «Не разглядели». Что? Не разглядели? А внимательно нужно быть на КВН, товарищ. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Театр плюс ТВ». У нас в гостях замечательный российский актер Сергей Безруков. Здравствуйте, Сергей. Доброго дня вам. Доброго дня вам всем. Сергей, скажите, пожалуйста, вот у вас у самого есть любимый актер? Братцы, ребятушки вы мои. Конечно, есть. Конечно, есть. Совершенно недавно я смотрел фильм с Марлоном Брандо. И подошел к телевизору и выключил его. И там, в отражении, понимаете? Сергей, вот вы знаете, у вас очень напряженный график гастролей, съемок. Как вы отдыхаете? Я обычный человек, я играю в компьютерные игры. Знаете, вот недавно играл Call of Duty, вот Дом Павлова, знаете. Я так сыграл. Я так сыграл. Немцы встали и вышли из компьютера, понимаете? Прекрасно, Сергей. Ну и последний вопрос. Вот вы знаете, вы очень похоже сыграли Сергея Есенина. И... Братцы, ребятушки мои, ребятушки, братцы. Я бы так не говорил, что я очень похоже сыграл Сергея Есенина. Скорее, это Сережа. Очень похоже жил на то, как я сыграл. Сердце опять горячо, горячо, и опять, без ответа. Ну, вот, собственно, и все. Но перед тем, как уйти со сцены, мы бы хотели провести традиционный обряд посвящения в члены жюри. Дмитрий. Дмитрий, вы сегодня у нас новичок. Ничего страшного, не бойтесь, не придется делать. Да-да-да, сидеть здесь. Дело в том, что через это проходили все члены жюри. Вот обряд, обряд прост. Вот это вот обычная театральная вешалка. Ну, как символ того, что мы играем в театре российской армии. Вот это клоунский нос, как символ юмора и веселья. Обряд прост. Просто повесьте этот нос на вешалку. Стойте, стойте! Остановитесь! Не вешайся нос! Визитки трех команд мы уже с вами увидели. Осталось познакомиться с визитной карточкой еще одной команды, еще одной участницы.